вся рыжеголовый в форме ученической идет. И пускай немало славных разных дней в календаре, но один из самых главных, самый первый в сентябре. Значит, закончилось шумное лето, в первый день сентября всем радость даря. Каждый раз повторяется это, каждый собрался солнцем согрет. Только первого класса что-то нет. Нет, первый класс здесь, он с нетерпением ждет, когда его. Еще очень важно, чтобы всегда вместе
родители, ученики и педагоги. Я желаю, чтобы первоклассники все традиции, которые есть в школе, продолжали, несли их с честью и достоинством, а выпускники достойно определились в жизни. В добрый путь! Все молодцы! Сразу!
самый радостный день в жизни. Сегодня вы пришли к нам просто мальчиками и девочками, а через несколько минут станете учениками нашей школы. И мы на правах ее самых старших учеников хотим дать вам несколько советов. Мы немного старше вас и горим желанием донести до вас наказ и наши пожелания. Грызть науку, но потом вы не оставляйте. Потом бывает суп с котом, побольше вы читайте. Будьте вежливы со всеми старшим, не грубите. Всех быстрее на перемены учаться не спешите. Запомнить всем вам надо. Сила ум важнее. Вера, дружба, вот что свято. С ними вы сильнее. В добрый путь, в добрый час, ребятишки. Самый светлый, удачливый час. Пусть из каждой прочитанной книжки льется ясное солнце на вас. И разрешите нам сейчас по праву старших в школе вручить сюрприз для вас. Школьный праздник продолжаем. Всех учиться приглашаем. Наш учебник, Новый год. Звонок веселый пусть начнет. А колокольчик у тебя? Нет, я его не видел. И я не брала. Куда же он удеться? А звоночек у меня. Мне было скучно, вот я и буду со звоночком играть. А зачем он вам? А без колокольчика мы не сможем, ведь именно с него начинается новый учебный год. Дорогой гном, а ты поиграй лучше с нашими ребятишками. А вы будете со мной играть? Конечно же будем. А вот я знаю очень веселый.